Можилисе сегодня будут обсуждать эффективность использования бюджета и средств нацфонда на реализацию госпрограммы «Нурлыжол». Накануне отопительного сезона рассмотрят и ход модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, сетей вода и теплоснабжения. Все подробности в ближайших выпусках новостей. А качество оказания государственных услуг будет рассмотрено в Астане на совещании Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Подробности также в следующих выпусках новостей.